пульс будет, грубо говоря, 60-70, но он будет прощупываться. Это называется нитивидный пульс. Да? Около сотни опытных добровольцев из 34 регионов страны, в том числе из Подмосковья, в Калининградской области прошли масштабные учения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. На освоение программы 3 дня. Знания на подобных мероприятиях всероссийских они получают более углубленные, то есть уже в какие-то детали, как и технические, так и тактические уходят. Не только в теории, но, что еще важнее, на практике. Тактика специальная, техническая, топографическая и медицинская подготовка. Все под руководством профессионалов. От того, насколько успешно волонтер освоит курс, в дальнейшем будет зависеть успех поисков и чья-то жизнь. Итак, группа, у нас ребенок в лесу. Ушел 2 дня назад. Задача волонтеров – буквально обойти лес вдоль и поперек, строго цепью, чтобы ничего не пропустить. И звать в надежде, что пропавший отзовется на голос. Егор! Найден, жив. Поиск завершился самыми долгожданными словами. Впрочем, работа волонтеров на этом не завершена. Мальчику нужно оказать первую помощь. По легенде, он 2 дня провел в лесу. Как состояние? Плохо. Сам их не можешь? Этот поиск – учебный, своеобразный итог того, чему волонтеры научились за предыдущие дни. Инга Дуда приехала из Амурской области. Признается, поиск детей – самое сложное. Слишком много нюансов. Чаще всего это работа с самими родителями. Об этом очень редко говорят. Вот. А также касаемо самих детей, дети боятся чужих людей, особенно в нестандартной для них обстановке. Вот, и поэтому, почему девушки в основном на отклик работают, потому что ребенок настроен на девушку всегда положительно, на женский голос. Всероссийские учения прошли уже в 6-й раз. Организаторы говорят, участников с каждым годом все больше. Стремление волонтеров стать еще профессиональнее поддерживают МЧС, МВД и Следственный комитет России. Добровольцы готовы учиться и дальше, хотя по-прежнему не устают напоминать. Лучший поиск – это тот, которого не было. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».